Добрый день, в эфире шутер-героический виткаст, с вами доктор Marvel 99, можно просто Даня. Вот, как видите, я нашел себе новое жилище, вот такой домик заброшенный, тут видите, есть диван, тут снизу, вы не видите, есть всякие подушки, клеенки, так что я думаю, что здесь мы сможем кататься и ночевать, даже несколько дней, может быть, провести, так что пока что я буду здесь. Вы знаете, где меня искать. Вот. Сегодняшний выпуск я хотел записать, ну, на такую отвлеченную тему философскую, что, может быть, просто порассуждать на тему. И эта тема – это супергерои и феминизм. Ну, вот сейчас вообще много говорят про феминизм. И вот даже в последние годы вышло много феминистических супергероинь. Вот была Чудо-женщина. Ну, это DC, это не Marvel, это Бэтмен против Супермена. Там она тоже была, Лига Справедливости, Чудо-женщина. И вот скоро выйдет Чудо-женщина, 1984, новая часть. Это Галь Гадот ее играет. В Marvel мы все знаем, что есть Черная вдова, это Скарлетт Йоханссон. И вот в этом году вышла новая, это, Капитан Марвел. Ну, в принципе, этих супергероинь становится больше. Вот еще вышла... Оса есть в Человеке-муравье. И вот интересно, что это вот такой наш тренд нашей современности. Но я думаю, что это очень хороший тренд, потому что, ну, вот вы когда смотрите супергероическое кино, и вам ведь хочется, чтобы вы соотносили себя с этими экранными героями. И ведь поэтому хочется, чтобы они были похожи на вас в том числе. А до этого все герои были похожи на мальчиков в основном, и мы только мальчики могли себя с ними, получается, относить, да? А теперь вот есть для девочек. Ну и девушки, которые посмотрят эти фильмы, ведь они себя смогут соотнести с этими героинями. И вот представьте, что девушка приходит на Капитана Марвел, и она видит вот эту героиню сильную, она же на жизнь свою вдохновится, и она тоже, может быть, подумает, что тоже я могу быть сильной. И мне это очень нравится, мне кажется, что это очень хорошее достижение вот у всей этой кинопромышленности. Вот. Но в интернете не все со мной согласны, вот вы тоже пишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу, но я надеюсь, что никто не будет писать, вот как те, кто пишут, что нет, вот эти женские герои нам не нужны на экране. Я думаю, что они нужны, потому что, ну, люди думают только про себя, вот, что, а я не понимаю, почему. Вот мне, например, не жалко, ибо вообще мне тоже нравятся супергероини, мне тоже нравится смотреть. Я даже иногда, ну, я не знаю вообще, что, понятно, что до этого, вот, я видел Тора, Капитана Америку, я мог представить, что они, как я, и вот я себя с ними соотношу. Но, в принципе, я сейчас могу соотносить с Капитана Марвел, и даже в некоторых вещах, мне даже кажется, что у меня в жизни все, ну, я тоже иногда вот бываю жертвой, как Капитан Марвел. Вот. А поэтому вот эти тролли, которые вот в интернете пишут, что ой, нам не нужен феминизм, и вот не нужны вот эти новые герои. Я думаю, что их просто не надо слушать, что это всего лишь тролли, и что эти вообще фильмы не для них снимаются, а для нас. Для вот людей, которые получают удовольствие. Если им не нравится, пускай не смотрят. Но ведь кассу очень большую собирает, потому что раньше ведь большая часть зрителей, они приходили на эти фильмы, они думали, что, ну, это... Они не чувствовали себя включенным в этот процесс, потому что герои были похожи только на некоторых, ну, для, вот, на ограниченных людей. А теперь вот выходят новые герои, они, ну, похожи на разных людей, и поэтому разные люди приходят к кинотеатру, и поэтому больше собирают денег даже. И даже в этом есть и коммерческая составляющая. Поэтому... Лично я считаю, что это очень хороший тренд, и что вот женские сильные герои, в принципе, вот равноправие на экране вот мужчин и женщин, это очень важная и очень современная тема. Вот.